Всем приветики! 22 июля, у меня выходной, у Коли выходной, и мы собираемся на разведку в лес. А если не будет грибов, все равно наберу немножко хотя бы мха улиточкам и нарву каких-нибудь травок животным. Поглядите на эту барыню. Барыня легла, барыня спит, барыня лапки сложила. Хаюшка где у нас? Издалека снимаю, приближаю. Потому что подойду, сушка вскочит. Хаюшка вот там вот в домике, ее не видно. Заехали в папин гараж, который нам он отдал. Тут Колины причиндалы лесные. А, счетчик новый, да? Да, проводка новая. Тут а здесь труба была, да? Трубу сняли. Да. И выкинуть надо. Значит, вот я лампы купил эти две. А, это будут вешаться лампы? Одну вот сюда я упану. Вот так. Ну да, чтобы здесь надо с этим светло. И одну посередине вот здесь. Вот так. Вот туда мы едем, вон. Это заброшенный, как его, воинская часть. Так, по дороге смотрю на обочину, нигде никакой гриб не растет. А что там впереди? Военная машина. А что она там делает? Не знаю. А что она там стоит? А что, дорога перекрыта, да? А, ну, я так и понял. Я понял. Мы за грибами, да? Здравствуйте. Мы туда все время ездим. Ну ладно. Нет, там сейчас взрывные работы будут. А, я понял. Может долететь и сюда. Я смотрю, не просто так машина стоит. Ясно, спасибо, поняли. Слушай, да. А что мангал, интересно, не забрали? Он стоит в кустиках. Все. Тебя пшикать надо или ты одетый будешь ходить? Одену куртку сейчас, но потом пшикать. Ну я с собой взяла пшикалку. Москотня прям аж кружит он. Кружит. Кто там квакает? А, он на небе летит. Коля сказал, что с такими сапогами все грибы будут наши. Да-да, я-я-я. Все, пошли, охотники. Это общественный мангал для всех. Приезжайте и жарьте. Пожалуйста, вам оставил кто-то. Коля, как обычно, пешеход. А Лена, как обычно, сзади бежит. Он ягель, вижу, белый мох. Называется ягель. Так, грибов пока не видать. Но уже мох есть, и то хорошо. Если что, на обратном пути мха можно набрать улиточкам. Веди, Сусанин. Я за тобой иду. Краснеет? Ну пошли, может морожка есть. Не грибы, так ягоды. Нам все равно. Главное Лену выгулять. И все будет замечательно. Здесь морожка. Нашли. Хоть морожку нашли, то немножко можно подергать. Коля вперед пошел, Лена собирает. Идь, иди сюда. И ты иди сюда. И ты тоже иди сюда. Тоже грибники гуляют. Только не видно пакеты. Есть что-нибудь у них или нет? В пакетах, вернее. Территория уже давно воюет. Что, нету ничего, да? Нет, там мы на разведку. На рыбалке, на втором, полпакета мы набрали. Не собирая, просто ехали, увидели, остановились, прошли. Остановились. По финке. Да? Местами. А, 102-й. По финке. Ага. Перед 110-м налево. Сухо, но погода жарко. Жарко. Завтра обещали дождь. Ну да, по прогнозу стоит. Да. Только разговариваем. Неизвестно будет. Люди говорят, завтра ливень будет. Надо смотреть, где он пройдет. На каком месте, чтобы грибы потом... В одном месте брызнет, а в другом и это. Ну да. Как тапка. Не пойму, мошка или комары? Ну, сильно жалит. Там, наверное, по финке были дожди. Были. Вот. Были, и мы были. Вот. Дождь шел там. А, точно снег. Коля, это снег на сопке лежит. Я не поверила. Ничего себе. А что он там не тает? Там грибы растут. Туда пойдем. Там попрохладнее. Ну, ага, и мне Лариса... тоже писала, говорит, у нас на сопках снег, а ты удивляешься, что на хибинах снег. Точно, Лорик, июль месяц, а снег лежит.
самолет так громко летит, а за облаками его не видать. Ручеек в лесу. Так, а где Коля перешел? Там где удобнее перескочить. Опа! Здесь перескочим. Ой, да даже просто погулять по лесу, и то хорошо. Здорово. Подышать кислородом. Чего ты там? Морожка. А ее собрали, Коль. Ты думаешь? Ее собрали. А, или это цветок еще? Цветок или чешелистик? Нет, цветочек все-таки. Бабочки летают. Масенькие, но бабочки. Голубенькая. Я хожу, собираю ягель потихоньку. Кстати, он высушенный полностью. В лесу сухо. И который ягель на солнышке, он абсолютно сухой. Так что вот этот вот пакетик весит, наверное, грамм 150. Жди, Коль, дай погляжу. Первый гриб Коля нашел. Ладно, стой, я сфотографирую его. А потом срежешь. Теперь режь. Прям побольше ножка, чтобы больше было. Ой, блин, жалко гнилой. Ми. Один единственный, тот гнилой. Безобразие. Ну да, где посырее, повлажнее. Может быть, правда, возле болота что и растет. Эх, я уже обрадовалась. Значит, есть грибы? Один гриб. Гриб, покажись хорошим. Будь паинькой, грибочек. Позяюсь-то. А ну-ка. Оба-на, хороший, не? Чё там, ножка. Эй, червивый. Такая жара, Лен, куда? Так, ну уже два гриба мы нашли. Значит, они есть. Это я подбадриваю нас таким образом. Чуть дальше отошли в лес. Там по краешку люди ходят, а здесь даже и не было никого. Поэтому грибочки растут. Хотя бы срезанные валялись, а то ничего ж не валяется. А тут он, болотина какая красивая. Вот, природа, конечно, на севере здоровская. Знаете, какая красота. Красотища. И комарик тут жужжит от моей головой. Вот моя находка. Даже не две сыроежки. А три сыроежки. Одна почему-то сама отлетела даже. Птичка летает и чирикает, песенки поет. Что-то ходим. Опять включила камеру. Опять болотце очередное. Но пока грибов нет. И, наверное, все-таки не будет на сегодняшний день. Но впереди еще конец июля, август. Кусочек сентября. Думаю, грибочки полезут. Только нужен дождик. Что-то Коля бурчит. Ничего не слышу. Будем пробовать что? Переходить? А, я думала, будем пробовать ягоду. Будем пробовать переходить. Там не глубоко, Коль? Вот, за мной. Иди вот сюда. Болотина. У меня-то сапоги покороче. Каляки-маляки. Ить. А ну-ка, морожку там узрел. Ну нормально, Коль, давай соберем. Ну она же доспевает потом. Давай соберем морожку хотя бы. Я же в том году собирала, она доспевала у нас. Хотя бы крупненькую. Давай. Уговорила. Вот такая уговорчивая. Вон, она же поспеет. Вот это 100% поспеет. Ягодку, которая крупная, обобрали. Которая мелкая, оставили расти дальше. И идем, не знаю куда. Потому что Коля путеводитель. А без Коли я все. Я не знаю даже, в какую сторону возвращаться. Лена Булукарь еще тот. Так, ну что, третий гриб. Тоже, наверное, гнилой или нет? Нет, ничего себе, вот это да. Один, совсем один.
десяток. А, хотя бы десяток на зареху, ну. Ой. Как вот он так вырос? И наверху. Здесь нету сырости, здесь солнышко. И не сгнил, и не зачервивел. Поверху пойдем. Коля еще один гриб увидел. Ну-ка, ну-ка. Ну давай, смотри. Вижу, да, вижу. Муха на мне. Ну что, Коль? Ложи потом дома, разберемся. Ой, носить, носить. Бедный, тяжелая ноша. Твоя ноша не тянет, носи. Уже два гриба. Так, ну еще чуть-чуть, Коль. Еще 7-8 штучек. Лена разучилась считать до 10. Нам-то 10 на зареху надо. Никак иначе. Уже у меня глаза в разные стороны. То шла за Колей, как на веревочке привязанная. Это грибы собираю. Ой. Зато у меня мох есть. Сфагнум и ягель. Взрывают, только что так бахнуло в той стороне. Интересно, что взрывают. Когда-то гуляли по лесу, у нас свистели пули. Если я найду это видео, я сюда вставлю. Вот еще ручеек. До чего мне нравятся эти вот ручейки в лесу. А, тут мы шли. Шли, да, Коль? Мне тоже кажется. А, тоже кажется шли. Да. Опа. Ой, красота. Красота необыкновенная. А ну, я хочу лесу. Я могу даже приблизить камеру, если она далеко. Блин, что ж я... Была позади. Не видно, Коль? Туда побежала. Побежали за ней. Я думаю, лисы на людей не нападают. У тебя нож есть? Тогда ты меня защитишь. Ты мой герой. Тут даже дерева нет, на которое залезть можно. Карликовые березки. Эх, не увидела я лесу. Коля идет, говорит, нифига, мы ровно к машине вышли. Вот это путеводитель. А? Ну, молодец у меня. Вон она, точно, ровно к машине. Надо ж так вывести. Надо, молодец. Ты у меня супер-пупер. Ой, чуть не упала. И компаса не надо. Меня бы, наверное, тут сутки искали потом, если бы вглубь туда завели и бросили. Вон он, снег лежит, обалдеть можно, но... А там низинка. Жара такая. Жара такая, и снег лежит. Это что-то с чем-то, а? Вот как так? А там вот так вот, как она прикрывает бугорок, и под этим бугорком снег не тает. Наверное, радиоактивный какой-нибудь. А мы повалялись полчасика, отдохнули. Каляка-маляка нажарил палтуса, я надыбала в морозилке. Я сходила в магазин, купила кукурузки. Я решила заняться кухней, освободила тумбочку. Так, сейчас в гараж поедет вот эта вот махина, она не работает. Вот эта вот тумбочка поедет. И вот этот телевизор. Да ты их не купаешь? В песке они купаются, не в воде. Вон, видишь, песок. Вот это черепаха. Сам ты черепаха, это шиншилла. А, это крыса, блин. Ну, сам ты крыса, это шиншилла. Она на колесиках, это штука. Её? Она знаю, катается. Удобная. Вместительная. Чем вы запихаете туда? Мне хоть место освободится. Телевизор отдаю вместе с караоке, с микрофоном. Во! В гараже будут песни спевать. На кухне бардак. Хожу, думаю о том, что хорошо, наверное, что мы не набрали грибов. Что не делается все к лучшему, потому что занялась другими делами. Это тоже нужно делать, готовиться к ремонту. И все, буду копаться дальше, ничего снимать больше не планирую. Поэтому всем пока, всех люблю и, конечно же, до новых видео.